я туда засунула луковицы. Ну, не садила, а просто так воткнула сюда и туда, потому что они у меня начали пускать отростки. Ой, такие прям, вот этот вот цветочек, вот этот кустик, он аж просто воспрял, прям вообще. А этот немножко такой, обдолбанный какой-то. Ну, я думаю, он возьмется. Вот так вот, сейчас раз. И все. Всем привет, предутоп, солнечная Италия на проводе. Так, с праздничком еще раз всех поздравляю, девочек. Смотрите, как я вчера сделала шторки. Коротенькие укоротила вчера ночью. И как девочки подсказали, а что мне открывать? А что мешает здесь? А, вот этот вот. И как советовали девочки, я у луковицы обрезала отрасли. Я обрезала. Вот этот мне не нравится, что они глазки. И вот эти вот, что-то они такие припухшие. А этот вот прям хорошо, прям прижился. В общем, я отрезала, как вы и сказали, у луковицы вот эти вот отростки. И спрашивали, девочка, это что вы не посадите розмарин там или еще что-то? Ну, потому что это единственное окно, вот я здесь чаще всего стою, чаще всего на него смотрю, и мне хотелось бы его оформить. Ну, то есть я вот мечтала именно вот так вот с анюткиными глазками, так я и сделала. Поэтому садить сюда чеснок и лук, чтобы потом только там одну луковицу попробовать, я не хочу. А так шторки я подшила, я и там подшила шторки, и здесь. В эту сторону их отодвинула, чтобы здесь меньше было складок. Мне нравится, когда вот так вот ровная штора, и оно просвечивает мои цветочки, и будет скоро просвечивать там деревья. В общем, жизнь прекрасна и удивительна. Так, что я делаю? Костикам глазки я помыла. Сейчас вам покажу котята, как мои котята поживают. Вот мои котяшки, котеночки. Обед у нас по расписанию. Самого малого, наверное, вы уже видите на видео, да? Вот это вот ногами он там что-то делает. Я, кстати, покупалась, помыла. Сейчас буду делать укладку. Посмотрите, какой он маленький по сравнению с другими моськами. Вот. Я его подкармливаю, он не захлебывается. Я уже приловчилась к этой бутылке. Я не первый раз этой бутылочки кормлю не один помет кошачий. Поэтому помет это так называют, когда кошка рожает. И я приловчилась, я не наклоняю, то есть туда не заливается прям вообще молоко. Сегодня утром прям вот, жалко, что не снимала, прям очень хорошо прям присосался, он аж уши, как говорится, трещат. И к кошке я его прикладываю. Вот он самый маленький, прям по нему видно, какой он маленький котик. Видите, какие другие активные, как ползают и насколько он слабенький. Но я надеюсь на лучшее, я надеюсь, что мы вычухаемся, вырастем, подрастем. Ну, по крайней мере, все для этого делается. Конечно, видно, что у других уже прям такие кошенятки, а он, конечно, очень слабенький. Ну, пока вот так. Вот видите, вот он, видите, какой он. Ну, он кушал, вот только недавно кушал. Им здесь не холодно, не выдумывайте, девочки, не выдумывайте. Точно так же, как вы думали, видите, она может сесть на котенка вообще, вот так вот, сесть и сидеть. Не выдумывайте, там, за трусы выдумали, еще там что-то выдумали, то шорты, а не трусы. Кто платит, тот танцует девочек, есть такая пословица. Вот, у меня есть свои рассуждения и убеждения, я вам потом расскажу. Оп, переключаемся, смотрите, я вот только что покупала. Со шалотеном волосы и потом это. Сейчас я чаёк себе буду делать. Мне хотелось сделать себе чаёк и как раз отвечу вам на вопросы. Девочки, мальчики, мужчины. Смотрите, вы многие, многие даже не некоторые, а многие из вас написали, типа вы пригласили женщину, она есть не хочет, а вы принужденно в нее пихаете завтрак. Во-первых, я в нее точно так же принужденно пихала обед, ужин, и человек говорил, что она, понимаете, вы же всей сути не знаете, она точно так же кричала, что я не хочу, не хочу, не хочу, в итоге умяла огромную тарелку на здоровье
картошки с мясом, салат, понимаете, у меня было все остальное. Поэтому нормально все. Я просто человека уже знаю не один, не первый год, надо спину выпрямлять. Я не первый год знаю человека, понимаете. Я вообще, когда у меня попросили здесь остановиться, вообще, я попросила не останавливаться, потому что с этой вот эпидемией, я просто попросила не останавливаться, потому что коронавирус. И говорю, у меня дети, я не хочу рисковать, потому что я не знаю, где, что и как. Тем более человек в пожилом возрасте, говорят, что иммунитет слабый у пожилого возраста у людей, и таким образом большая опасность идет от них. Человек пользуется вот транспортом, железнодорожным, автобусами. И, понимаете, Рим уж это не остановило. Рима все равно сказала, ничего страшного, я где-нибудь в уголке посижу, где-нибудь там в уголке сяду, посижу, не буду там ни дышать, ни это. А в итоге потом женщина захотела еще и танцевать. Просто я сказала, слушай, у меня тут мои дела, мне надо там полазить в телефоне, там по своим делам, это самое, поэтому сегодня в клубе танцев не будет. Как-то так. Вы ж не знаете. Не трусы, это обыкновенные шорты, то, что я снимаю видео. Каждый знает, что я снимаю видео. Еще раз говорю. Не приходите ко мне домой, если вы не хотите сниматься видео. Не приходите ко мне домой. Все. Я ни за кем не скучаю абсолютно. А мне теперь, да, пусть я буду выглядеть сейчас жестокой, грубой, никакой самой, а мне теперь стирка вплоть до одеяла пухового, потому что человек на пухом одеяле спал, потому что боимся с этой заразой, которая ходит по городу. Сегодня Карл звонил, даже с праздником, не сказал там поздравляю, но это не важно, не эти праздники данного места. Я позвонил и говорит, что тоже в каком-то баре с пацанами гулял, а бар теперь закрылся, потому что там нашли человека с коронавирусом. Чашку беру. Вот тебе и пожалуйста. А Карл там шлялся в том баре. Если ты знаешь, что ты встаешь в 3:20 утра, я тоже, ладно, я не спала, я вот шторы подогнула. Ты знаешь, что тебе надо утром уходить, ты не хочешь смущать людей, потому что мне все равно, там посмотрит, не посмотрит это видео, мне уже все равно, просто, честное слово. Ты знаешь, что в доме все спят, то есть твоя задача какая? Помыться, там умыться, быстро взять сумку и все. А не надо, а не то, что у тебя еще оказывается 5 часов до вылета, и ты можешь выкладывать сумку и думать, это я возьму, а это я не возьму. С вечера эти дела надо было делать. С вечера. И как бы мне там кто что не доказывал, с вечера эти дела делаются. Вы приезжаете, вы знаете, что вам рано вставать, вы с вечера сумочку собрали, все приготовили, сумка стоит на выходе. Вы встали, покушали, позавтракали, помылись и пошли. А не потому, что вы выспались, у вас есть время свободное, как бы вы никуда не спешите, можно как бы еще и переложить всю сумку. У меня свои принципы по жизни, понимаете? У меня тоже есть свой характер, и я знаю почему. Посмотрите, как ногти слоятся, это жесть просто. Как же я пойду в автомик на ногти, я не хочу это делать. Я боюсь у нее делать. Поэтому не надо на меня наговаривать. И то, что там кто-то отписывается, мне тоже не надо. Вообще, конечно, вот видите, бабский коллектив, он самый сложный. Почему, говорят, бабском коллективе тяжело работать. Нормально у меня была яичница, и хлопья были, и то. Я знаю, как Рита ест. Я знаю, Рима, то есть. Я знаю, как она ест. Я знаю, на что она способна. Я вообще ее не воспринимаю, как большинство из вас восприняло ее как пожилую 70-летнюю женщину, я ее не воспринимаю так, потому что я знаю, на что она способна, понимаете? И не надо меня использовать, если на то пошло, все. Потому что вспоминаю только тогда, когда надо, а не тогда, когда не надо, когда все хорошо. Когда у кого-то плохо. Горячо. Да, я разбавляю водой чай всегда. Сейчас чаечек. Сегодня дома. А Карл говорит, я пошел в бар сходил, говорит, там типа они гуляли 3 дня назад с пацанами, чешок.
ну, там тусуется, у него там своя тусня. Он типа скучает, скучает, но при этом, знаете, как говорится, как он всегда говорил, ой, ты знаешь, говорит, вот если бы я там с женщиной расстался, ну, в данном случае там со мной было, да, он говорит, я бы страдал между ног у другой. Я просто раньше на ютубе как-то это стеснялась говорить, а вот сейчас говорю. Он говорит, я бы страдал, но я бы страдал между ног у другой. Как бы это грубо не было сказано на, из моих уст и все остальное. Я, кстати, у меня, кстати, хорошее настроение, мне настроение не испортили. Я вам всем тоже желаю счастья, добра, благополучия, здоровья самое главное. Вот, оставаться все время жизнерадостными, абсолютно. Просто я, когда хочу что-то свое, какую-то мысль донести, я очень эмоциональный человек, и поэтому, когда я так разговариваю, вам может казаться, что я вот типа там грублю. Нет, я просто на эмоциях, просто вот я разговариваю. Особенно, знаете, когда вы хотите что-то сказать, а вы не можете договорить. То есть вы можете сказать А, но Б договорить вы не можете, потому что вам неудобно. Вот у меня такая же ситуация. Я и к Клеопатре не ходила, там у нее тоже, как там написали, вы дома не найдете, все дома не найдете мужчины. Ну и что он, ну, к Клеопатре приходят друзья. Ну, я могу подняться туда, там, посмотреть, найти, может быть, подходящих. Но мне не интересно, ну как я могу вам объяснить, девчонки, у меня такой период в жизни, что мне мужчина, ну, по крайней мере, я не видела того, который бы мне был бы вот интересен, прям вообще интересен. Ну, один есть, который мне нравится, но он нравится как-то так далеко, очень далеко он мне нравится. Но он тоже со своими странностями. То есть это, не знаю. У меня такой период, что, ну, не знаю, ну, не хочу я не знаю, где, ну, как это пойти на сайт, либо пойти по городу искать. Я не хочу ходить по городу искать никого. В большем случае, меня даже раздражает, когда мужчины на меня обращают внимание в городе. Зачем на меня зыриться? На его ногу зырится, мочевой пузырь пузырится. Сейчас Саша тоже встанет, постели поменяет. Я стираю Римина, постельное белье, на котором она спала, стираю одеяло, которым она укрывалась. Потому что звучит все равно, это очень страшно. Этот коронавирус, это вообще, это ужас. Оно по цепочке все идет. И, кстати, когда она мне звонила, она говорит, когда она пришла, она говорит, я вообще думала, что ты живешь с мужчиной, у вас тут семья, дети бегают. Ну так если ты знаешь, что ты идешь в семью, где дети бегают и все, и мужчина. Ну блин, какая-то логика. Но она прикольная, она очень прикольная тетка, она на своей волне, поверьте мне, она, на нее можно положиться, она, ну, меня ни разу не подводила, но я ее видела последний раз 15 лет назад. Ни в каких она трусах не бегала. У него хорошая фигура. Добрые шортики. Каждый видит то, что он хочет. Хорошая женщина на своей волне. Странная, точно так же, как и я. Сегодня меня поздравила дочка старшая. Прислала на WhatsApp сообщение. Меня мать поздравила в 6 утра, как раз когда Рита уходила. Папа с днем рождения тоже поздравила, написала сообщение. Потом увидела на WhatsApp, и меня сестра поздравила. Меня так раздражает, когда люди общаются по праздникам. У нас сестру прямо сейчас обижена. Работает, занята. Не звонит мне. Всегда я звоню первой. Вот сейчас вот специально не звоню ей. Хочу посмотреть, когда у нее будет время, а когда она меня наберет. Вот именно позвонить, вообще спросить, чем я живу, чем я дышу. Линка меня смотрит. Она, наверное, не все видео смотрит, не просматривает. Прям вообще до глубины души. Что это такое? Сейчас опять я шучу. Чтобы там не перефразировали фразу. Все, девчонки, что буду делать? Ничего не буду делать. Буду любоваться своими цветочками. Красивыми. Как они у меня смотрятся вообще просто замечательно. Прям вообще классно. И все. Котика сейчас покормлю. Котика сейчас еще раз покормлю. За ним же глаз да глаз.
Вчера, когда Рима ушла, я сразу попу протерла, где можно было. Как вам не стыдно, что вы не помогли женщине снести чемодан? Я помогла женщине занести чемодан. Чемодан не тяжелый. Вот. Не перекладывайте свою задачу на плечи других. Где я могла помочь, я помогла. Где посчитала нужно помочь, я тоже помогла. И у меня тоже нервы на пределе, хотел сказать, не так. У меня тоже есть нервные окончания, точка кипения, терпения. Не надо. Не надо нагреть. Да сейчас не к тому, что сейчас, ой, гостья пришла, обосрала, да, как хотите, говорите. В любом случае, всех с праздником, всех, всем весны, всем хорошего настроения, как засвечивает, света столько, такая погода, она очень хорошая. Пусть мечты у всех сбываются, пусть будет хорошо, пусть будет счастье, пусть детки не болеют. Вы большие молодцы, всех мамочек, бабушек, вас всех... праздничком. И так, чтобы он лился не один день по календарю, а желательно на протяжении всей жизни. Угу. Язык чешется, язык мой враг. Хочется сказать, крутится на языке, сказать хочется, но не скажу. Буду умнее. Все равно ни к чему не приведет. Никому ничего не докажешь. Да и доказывать никому ничего не надо. Все, девчули, что я? Покупалась. Машинку сейчас стираю с Ринкиным белье. Черное я вывесила. Потом Саша постели поменяет детское. Какой-нибудь сейчас фильм включу. И буду какой-нибудь фильм смотреть. Из дома на далекие расстояния я не могу отлучаться. Потому что у меня котики. У меня глаз до глаз за ними. Блин, как волосы хорошо распустились, прям вообще. Столько, такая шевелюра, когда не вытягиваешь утюжком, прям столько волос на голове. Что интересно, мягкие-мягкие. Ладно, все, девчонки, буду на это обращаться, но пасаран. Я думаю, что умные сейчас поняли, к чему я вела. Скажу сразу, с дураками в комментариях даже не буду спорить и что-то доказывать, потому что это бесполезно. Значит, мы находимся просто в разных полушариях и на разной волне. Мы не есть с вами единомышленники, поэтому вы не есть плохой, я не есть хороший, я не есть хороший, вы не есть плохой. Поэтому что-то доказывает бесполезно, кукушка моя. Поэтому доказывать что-то бесполезно. А, кстати, девчонки, я вчера, когда шторы подметывала, пользовалась вот этими иголочками, да, сначала вот эти иголочки на длину сделала. И потом нитками прошивала. Девчонки, хорошо, мы разобрались с вами, не мы с вами, а вы, вернее, мне подсказали, что вот это вот для того, чтобы всовывать нитку в иголку. Хорошо, еще не пробовала, но я поняла приблизительно, как там девочки написали. Огромное спасибо. Девочки, это Сашка Матричану делала, прошу прощения, это женская, неприятно. Смотрите, мы разобрали, что вот это вот сережки, не сережки, а для иголки, да? Девочки, а что вот это вот за новогодняя игрушка? Я вообще не могу понять. Вот эта вот игрушка новогодняя, зачем она тут нужна? Буду ждать от вас ответ. Все, хоть шторы сделала вчера. Но я не надо было, я себя заставила. Я боялась проспать, потому что ей вставать же надо было. И, ну, я как раз котенка кормила. У меня, как раз я его в 6 где-то подкармливаю последний раз. Ну, крайний раз. Все, девчонки, мальчики, мужчины, на этом будем заканчивать. Всем, всех точно с весной, с хорошим настроением, с оптимизмом, хороших друзей. Главное, даже не друзей, а товарищей и единомышленников. Все, всем пока-пока. На меня не обижайтесь, высказала то, что могла сказать. Больше, чем, то есть больше развить свою мысль я не могу. То есть я могу только вот это вот ляпнуть, и там, кто поймет, тот поймет. Вот. Потому что я говорю, я в гости никого не приглашала, я просила, да, но не то, что просила, я намекала, сказала, у нас коронавирус, у меня дети, давай как-то, мы как-то ни с кем там не общаемся, но там, конечно, народу на улице полным-полно, многие на шашлыках уже, особенно выходные дни, с детьми, большими компаниями,
Здесь у нас, я вам показывала, дети все на улице, потому что, естественно, погода хорошая, никто дома не сидит. София тоже в обед уходит с подружками и тоже тусуют, ходят. Вот, поэтому, как бы, но все равно встреча с пожилыми людьми, которые, я считаю, больше, которые переносчики, да. То, что мне сказали, опять же, это все с моих слов. Вот, поэтому я никого не звала, чтобы никого, я никого не хотела обидеть, никого не хотела выставить дураком или еще что-то, я снимаю видео. Если вас чем-то не устраивает, не приходите ко мне ни в гости, не звоните ко мне в двери, не звоните мне по телефону, потому что я снимаю видео, и все, что происходит у меня, я показываю все, даже то, что можно было бы и не показывать. Вот. Поэтому я никого не хотела обидеть, вас тоже не хотела обидеть, и не надо вам не разочаровываться, а чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Я такой же человек, как и вы, и все остальное. Я не считаю себя никакой виноватой ни в чем. И мир прекрасен и замечательный. Все, всех с основанием.